Всем добрый день, YouTube канал «За Пиренеями». Меня зовут Денис, Испания, город Аликанте. Сегодня гуляем по улочкам немножко. И вот, кстати, наткнулся на такую реконструкцию дома. То есть даже я покажу вам вот так вот. Видите, какой дом достаточно был такой невзрачный. Но он пока еще и остается им. Видите, не покрашенный. Дому этому, наверное, конечно, лет, я думаю, 100. Около 100 лет, я думаю. Ну, может быть, 80. Плюс-минус. И он на этой улице был, пожалуй, один из самых таких некрасивых, самых таких вот неухоженных, что ли, домиков. И вот вы сейчас видите, они начали красить, начали его приводить в порядок. Подгоняется такой вот аппарат. И сразу видите разницу, как говорится. Не знаю, передаст ли камера, но видно, что покрашен фасад. По-испански это фачада. Покрашенные окна я вижу. Труба, провода. В общем, домик будет выглядеть по-другому. Так что, если видите в Аликанте такие вот неприглядные домики, на самом деле бывает, что их потом приводит вот вполне себе такой товарный вид, что называется. И вот, например, как вот этот дом. Тоже достаточно старый он. Там даже, может быть, нет лифта, скорее всего. Но он покрашен, приведен в порядок и смотрится по-другому. Ну, а внизу у него здесь барчик. Кстати, сегодня почему-то закрыт. Сегодня у нас суббота. Сейчас время. Времени где-то, наверное, часов 5, может быть, плюс-минус. Странно, может быть, вечером откроется. То есть, вот увидите такой дом. И каким он будет. Так что вот, и здесь такая у нас есть площадь тоже, красивая достаточно, цветочки. Вот такие обычные классические улицы Аликанте. Район, можно сказать, центральный. Один из центральных районов города. Передам вам колорит немножко. Прошу прощения, конечно, снимаю без стабилизатора сегодня. Немножко сегодня не до этого, поэтому думаю, что в целом вы увидели то, что я хотел вам показать. Поэтому на этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и увидимся в новых видео.